Николай Заболоцкий, некрасивая девочка. Среди других играющих детей она напоминает лягушонка. Заправлена в трусы худая рубашонка, колечки рыжеватые кудри рассыпаны, рот длинен, зубки кривы, черты лица остры и некрасивы. Двум мальчуганам, сверстникам ее, отцы купили по велосипеду. Сегодня мальчики, не торопясь к обеду, гоняют по двору, забывши про нее. Она ж за ними бегает по следу, чужая радость так же, как своя, томит ее, и вон из сердца рвется, и девочка ликует и смеется, охваченная счастьем бытия. Ни тени зависти, ни умысла худого еще не знает это существо. Ей все на свете так безмерно ново, так живо все, что для иных мертво. И не хочу я думать, ожидая, что будет день, когда она, рыдая, увидит с ужасом, что посреди подруг она всего лишь бедная дурнушка. Не верить хочется, что сердце не игрушка, разбить его едва ли можно вдруг. Мне верить хочется, что чисто этот пламень, который в глубине ее горит, всю боль свою один переболит и перетопит самый тяжкий камень. И пусть черты ее нехороши, и нечем ей прельстить воображение, младенческая грация души уже сквозит в любом ее движении. А если это так, то что есть красота? И почему ее обожествляют люди? Сосуд она, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде?